Алло. Валентина Петровна, это вы? Мне надо узнать, это вы в счастливом фермере, какой уровень? Что? Вы в счастливом фермере, какой уровень уже? Не поняла. Вы в ВКонтакте, в приложении, в счастливом фермере, какой уровень уже? Фермером стала. Да, вы какой уровень уже? Я 25-й, а вы? В общем, я теперь мужик и фермер. Нет, вы не поняли. Игра такая есть. Счастливый фермер ВКонтакте. Да? А я в игры не играю. Нет, вы играете. У вас там курица есть, она яйца. И хряк еще, вы его кормите. Да, по квартире куры бегают. Извините, пожалуйста, а вы это как его? Вы там за золотые монеты покупаете, за реальные деньги? Я еще не охуела. Это... И откуда деньги у пенсионеров? Что-то с хуй свалился Там на золото. дешево, там, допустим... Когда пенсионеры золотыми стали, блядь? Нет, вы не поняли, золотые монеты покупать, чтобы покупать всяких животных, там, других, необычных, собаку необычную. Собаку вы покупали? Вы купили собаку? Чего? Вы собаку купили в счастливом фермере? Купила, купила. А какую, дорогую или дешевую? Дорогую. Ага, понятно. Это как Чтоб его... не за золото, а за деньги купила. А как это? Это бак какой-то там? За наши обычные деньги, блядь. Ни за какие золото там не продают. Понятно. Это как его... А вот сейчас в последнее время фермер что-то тормозить стал, вы не заметили? Чего ты мне на узкие слова какие-то говоришь мне? А фермер в последнее время тормозить стал, согласитесь? Кого тормозить? Просто тормозить там. Долго ждать приходится, пока там вырвешь какую-нибудь там траву, там грушу собирать. Картошку. Какую траву собирать? Нахуя нам мне шарка зашёл? А как думаете, что лучше сажать, груши или лимоны? Чего? С чего прибыль будет больше, с груш или с лимонов? Нихуя не понимаю, ебёна мать! С чего будет больше прибыль, с груш или с лимонов? Прибыль от лимона? Да. Ты что, с хуй сорвался? Когда это овощи прибыль приносили? Ну нет, понимаете, там все продается, там покупают, все, компьютер покупает. У меня компьютера нет, иди нахуй. А вы это, с чужих ферм воруете? Ворую, да. Я один раз на 2000 баксов, на 2000 золотых монет своровал. Я число говорю. Один, это когда я всех друзей, все, у всех друзей покрал по фермам. Это как вот так получилось. А мне, кстати, знаете, что бесит? Когда воруешь, и там пишут, нельзя же быть таким жадным. Вас тоже бесит это? Валентина Петровна. Мне неинтересно знать, что ты там воруешь и что наворовал. Совсем неинтересно. Ну ладно, это хотя... Кстати, вот еще там ослы есть. Ослов давали в акцию. И это, как вы там говорили, что 3 миллиона получат. А получилось, что меньше. Кто 3 миллиона получит? Кто За... это кому чего даст? За осла была акция такая в счастливом фермере. Один день ослов продавали. И вот, За короче, какого осла, блядь? обычного красного. Ты что, думаешь, у меня в квартире ослы, что ли, водятся? Нет. А чего же? Понятно. Это как его. А вы землю покупаете? Во сколько земельных участков уже куплено? Нахуй нам мне нужно? Чтобы сажать. Деревья, что ли, сажать? Да. Земля, нахуй она нужна-то? Мне вот... Пенсионеру земля, блядь. Два на два. Ну понятно. Я это. Я сейчас это дам другу своему. Он специалист, он с вами поговорить хочет. Алло, здравствуйте. Организация помощи счастливому фермеру. Здравствуйте. Какие у вас есть проблемы? Валентин Петровна. А! Какие у вас есть проблемы? Никаких, ебёна мать! Чего тебе нужно? У вас, Названиваешь! вам не нравится, когда вас воруют, допустим, с участка продукцию готовую? Какую продукцию? Я что, продавец, что ли? Ну там, овощи, фрукты. Или ферма, блядь. Ну, счастливая ферма. Ты что, блядь, с хуй свалился? Какую ферму? Вам нравится счастливая ферма?
Чего? Счастливая ферма нравится же вам, вы сказали? Вам, мне нравится счастливая ферма. Не поняла, ебёна мать! Счастливая... Какую ферму, блядь? Счастливая ферма вам нравится? Какую ферму, ёбаный в рот? Счастливую. Какие фермы у пенсионеров? Охуевший! Она вам, вам нравится? Звериная ферма. Пошел ты, ебаный, помешался на какой-то ферме, ебаный в рот. Стоп, 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 стоп. А нравится вам приложение гонки в клавиатурах? Ты что, блядь, не по-русски выражаешься? Вам нравятся гонки на клавиатурах? Вы участвовали в этот раз? Ты что, с хуя свалился? Да нет, гонки на клавиатурах, последний писк, вы что, не знали? Нет! Вы садитесь... Ничего не знаю, знать не хочу! На клавиатуру садитесь и катаетесь, и кто кого обгонит. Нравится вам такая игра? Пошел ты с ней нахуй, сам играй. Сейчас, подождите. Валентина Петровна, а ВКонтакте как зарегистрировано? Я в друзья хочу добавить. Чего зарегистрирован? Вы ВКонтакте, вы ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте, вы как зарегистрированы? Вас как найти? Я хочу вас в друзья добавить. Пошел ты нахуй, ебаный в рот. Пожалуйста, добавь. Что ты приебался к старухе, блядь, ты к молодым приебываешься. Я уже всех добавил. Нахуя тебе старуха нужна, блядь, беседы проводить, не поймешь какие. Давайте это поставим в семейном положении, все сложно у нас с вами. Чего? Давайте в нашем с вами семейном положении поставим все сложно. Какое сусло поставим? Сусло обычное просто поставим. У вас есть сусло дома? Что это за сусло, блядь? Это лицо суслика. Это самогон что ставит на сусло? Нет, 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 сусло это лицо суслика. Чего? Лицо суслика. Суслик, знаете животное? Не знаю, первый раз слышу. Такое, он это еще вдоль дорог стоит и его бампером обычно сбивают. Суслик, знаете? Суслик такой, меховой суслик. Не знаю, блядь. Ну вот, зайдите на Википедию. Хуйню несешь, ебаный в рот. Зайдите на Википедию и посмотрите, что такое суслик. Чего? Зайдите на Википедию и посмотрите, что такое суслик. Можно на англоязычную. Мне суслики не нужны. А сусло? Сусло это самогон поставит на сусло. Не, сусло это лицо суслика. Валентина Петровна, ладно, я вас запутал, наверное, да? Неужели? Ладно, давайте по-серьезному тебе поговорим, без шуток, без всяких. А, у вас это, ВКонтакте, в этом, в счастливом фермере обаяние какое? Вам цветов много подарили? Чего? Вам в счастливом фермере обаяние у вас большое? Уровень обаяния? Пошел ты нахуй, хуйню несешь, ебаный в рот. Обаяние...